Вот тут идет на пушпуле выброс обратно ДС, потом колебания. Поставил транзисторы 260 Н и выброс 200 вольт, потому что транзисторы на 200 вольт. Потом вот такие колебания идут. Их частота тут грубо 600 кГц, ну тут 550, но если просто конденсатор поставить между стоком и истоком, тогда будет 600 кГц, 660, кажется. А так тут пока стоит с 330 сомом резистором и диодом. И белая черточка диода входит в минус. Стоит 4,7 нанофарад конденсатор. Это все ерунда. Но вот этого самое главное, это от этого вот горшка у него очень мощные выбросы идут. Они от чего транзисторы греются. Когда стояли RFP-460, и они и то не так грелись, потому что выброс мог до 500 вольт дойти, он как бы не так ударялся об транзисторы, он теперь ударяется об транзистор и проходит в минус. Поэтому нагревает транзистор от плюса в минус, как бы идет. Через транзисторы сопротивление 200 вольт, падение напряжения идет. И вот на этом горшке особенно будут греть. Этот сам горшок греется. Феррит сам греется. Вот тут у меня заземление. Где-то провод синий 5 метров, потом синий 5 метров, потом коричневый 5 метров, потом этот бескислородный медиа 5 метров, уже 15 метров заземления. Вот этот 2,5 миллиметра квадратный, этот тоже 2,5 миллиметра квадратный, этот кажется, этот или 4 миллиметра, или тоже 2,5, но на него изоляция толще может быть. Ну и потом тут еще 3 провода в V1 соединены, и еще где-то 3 метра, кажется, и идут на батарею. Вот тут. Тут ходит потом вот этот. Ну там может контакты не очень хорошие прикручены. Контакт там может не очень хороший, чтоб не портить там ничего батарею. Я там сильно ничего не крутил, но когда я лампу проверял, там 500 ватт, там с розетки, там не было никакой просадки, насколько помню. Ну я сперва тут, ладно, важно, пробовал, в общем, разные длины, я понемножку наращивал заземление и пробовал потом, вот когда нарастил, вот все это скручивать. Вот пуш-пул питается от генератора, поэтому у него частота не плавает.
когда заземление скрученное, тогда тут немножко кусается, вот если до плюса или до минуса дотронуться, потому что как бы напряжение тут везде появляется. Ну и бывает, что катер слабее работает, когда скручено заземление. Что теперь вот такое катушка. У меня есть много горшков этих вот. Вот это тоже он греется примерно так само, как и тот горшок. Он тоже, видимо, какой-то высокочастотный, с малой проницаемостью. А вот этот горшок, он вообще там он почти не греется, и транзисторы на нем не греются, потому что почти никаких выбросов нет, оно все передается на вторичной обмотке. Может, частично из-за того, что тут вот первичная обмотка и вот это вот 28 где-то витков намотано тонким проводом 0,75 мм, а тут 2,5 мм и там 2,5 мм квадратных. Мне кажется, плюс еще у него проницаемость повыше. Тут вот первичные обмотки мотались в два провода и потом соединялись концы. Поэтому так, может быть, лучше получается. Более первично передает на это 28 витков всю энергию. А так она через горшок как-то труднее ей передать. Вот она через одну половинку передает. Я думаю, тут не только это, но и проницаемость этого горшка. Повыше. Думаю, намотать каких 12 витков обмотки, потому что если померить 3 витков обмотки индуктивность не хватает. Достаточно неправильно тогда мерить, либо вообще ничего не мерит, либо показывает иногда разные параметры. Померил горшков индуктивность. Вот этого намотал 14 витков, и его индуктивность 0,10 мГ, а на этом намотал 14 витков, и его индуктивность 0,19 мГ. То есть тут немножко вообще-то может быть больше феррит, но он все равно, его проницаемость выше. Вот я пробовал вот эти все разные катушки, это где-то на 1,7 МГц, это на 1,8, на 1,9, это может на 1,6, смотря как там антенну раздвигнуть. А вот это где-то, это может на 1,9, это на 1,8, ну, там все можно подогнать. Вот тут на 2,3 вот теперь МГц, где-то 20 метров вот эта катушка. Еще бывает греется от индуктора там часть, которая идет до сюда. Вот до сюда, которая, если тут поставлю такие, вот тут где-то может еще греться. Я теперь поставил в этом месте, буду смотреть, где тут будет греться. Вот катер питается 41 вольт, вот 2,3 МГц, я тут
Вот как я настраивал тут. Вот так антенну приближаю. Можно менять частоту. Вот уже 2,2 МГц. 2,250. Потом отдаляю. Вот 2,386. Вот так вот. 2,3. 2,280. Так можно двигать. Дальше ближе менять частоту. Установка с пропусканием через шестифиляр. Вот начало теперь вот заземлено. Вот могу заземлить вот конец шестифиляра. Вот тут как бы, если не заземляю, чуть ярче горит лампочка. Тут у меня по виткам можно тоже играться. На какую мощность хочу, можно настроить скачер. Ну, 2,386. Если я вот эту антенну я тоже сдвигаю, раздвигаю, сдвину, частота тоже повысится. Так достаточно сильно. Тоже можно потом вот так двигать и менять частоту. Как бы я там и на 1,5 и на 1,6 и на 1,4 настраивал, ничего, никакого эффекта нет. Так, если бы тут была прибавка, эта бы лампа сильно вспыхнула, потому что как бы не было бы нагрузки. По-моему, если я вкручу, а теперь тут где-то 160, может 140 вольт, если я вкручу 20 ватт лампу, то на ней будет где-то 230, там 200 вольт, 240, ну так примерно. Тут феррит тоже можно задвигать, как бы феррит там может что-то искажает, поэтому я его в последнее время уже не очень, ну тоже пользовался, но уже больше измигаю. Идет фильтр, вот повышающий прям разрыватель. Все питается 27 вольт, а качер это 41 вольт. Вот так кусается, если так слабенько пальцем прикасаться. Потому что скручен провод в катушку из заземления. Тут стоят два диода, тут они то не греются, я их ставил. Тут SC68G стоят, ставил UF5400 ER508, они тоже не греются.
Там 4 в параллель. Тут звук в колонок 50 Гц наводка идет. Когда заземление так скручено, тогда такая часто 50 Гц наводка идет. Видимо, отсюда проходит генератор. Иногда так и на качере слышно, как он так 50 Гц. Вот такой даже достаточно толстый провод. И он греется на вот этот, где индуктор. Вот эти во все катушки, так они полностью греются. Вся вот эта обмотка греется. И это, потому что тут 0,6 миллиметров провод. Вот даже вот эта катушка тут 20 метров, тут не знаю какой провод, но вот такой толстый достаточно. Может один миллиметр. И она тоже греется. Вот, может, уже посмотрю. Вот тут уже так тепловато. Раньше тут были холодно все по краям, а тут уже чувствуется, что уже примерно моей руки температуры. Тут вот тепловато так. А тут уже так холоднее. Тут, может, еще не успела нагреться. Вот 2,3 мегагерца. Его индуктор подвинул. 2,3 мегагерц еще подвинул. 2,2 мегагерц. 2,24. Тут уже так его двигаем. 2,1 мегагерц. Когда вот тут потребление выше. Вот так двигаю его. 2,3 мегагерц. 2,3. Горячий удержать нельзя. Феррит
Транзистор тоже горячий. Еще искал, настраивал тут свип, и можно искать частоту, и настраивал там время 1000 секунд, и там, например, от 80 кГц до 84 или до 81, так чтобы он плавно менял частоту. Но частоту нужно на 2 делить. Ранее у меня тут разные конденсаторы, разные. Сперва был только один этот конденсатор, 100 нанофарад, потом еще 100 добавил, потом еще 100. Сперва было 40 кГц, потом или 50, потом 40, теперь уже 33, кажется, где-то. А на генераторе это 66, там на 2 выше частота. И скважина сменял тоже. Ничего не влияет, то есть прибавки я не увидел от этого. И частоту, когда менял этот с этим свип, очень плавно, тогда тоже ничего, смотрел или на какой-нибудь частоте не вспыхнет лампа, и тоже ничего не заметил. Никаких вспышек, ничего особого. То есть, как бы, если тут нужно совпасть, что кратности какие-то там совпали. Так что, ничего не было. Я думаю, что тут связано либо с горшком, как бы, либо с этой катушкой. Нужно либо разные катушки пробовать, там, может, очень точно нужно намотать, либо горшок нужно подобрать подходящий. Ну и, конечно, может, еще и заземление нужно, чтобы было определенной длины. Там, что рассказывает про частоты земли, может, там часть правды есть. То есть земля должна быть скручена, как бы, и тоже резонировать. Тогда, может, когда постоянно работающий катчер, он, как бы, начинает резонировать с этим катчером, и получается, может, биение там, какие-то рыбки, плюс еще, может, и из гранаты это все должно резонировать. Теперь частота. Так, почему тут синий синус? Что-то я не понял. Что я нечаянно что-то перекрутил. У меня же должно тут быть. У меня синяя меандра. Сквари, вот. Ой, что?
амплитуда 20 вольт. Но не 20, а 3 вольта должна быть. 2-3 вольта. Скважинность должна быть где-то... Для начала 3%, а потом я до 83 доходил. Тогда получается на выходе где-то 40%. Попробую включить. Почему-то... Я не понял, почему тут такая... Может, второй канал включим? Да, был включен второй канал, он что-то сам, может, переключился. Вот 68 килогерц от наводок, может, переключился. 68 килогерц, скважинность 3%. Почему-то. Амплитуда 2 вольта. Странно, как при 3% может так ярко гореть. А вот 78% уже вернулась нормальность. Ну вот, я могу до 83, там дальше не пробовал. Восемьдесят 2,7, но на тайлке будет другая скважинность, это просто на генераторе такая. Ну и вот эту частоту можно крутить туда-сюда. Еще я думаю, что тут не надо уж очень точно, чтобы качер был настроен. Потому что когда Руслан запускал свою установку, у него он там и изгибал эту антенну по-всякому, там и индуктор там немножко подвигал, и у него потом перед запуском потом запустил, у него все запустилось. И как бы если тут немножко что-то подвинешь, частота уже уйдет. Если тут очень точно нужно настроить, тогда бы у него частота ушла, и ничего бы у него не получилось. Вот я немножко подвинул индуктор 23,8 мегагерц, 2,30, теперь 2,39. Вот немножко подвину, 2,39,7. Вот даже руку подвину, теперь 2,38,4. Вот немножко еще подвину, 2,38,7, 2,38,7, 2,38,9, 2,36,4, 2,364.